Всем привет, ребята! Опять о филиппинских технологиях строительства. Вот обратите внимание, как сделана москитная сетка. То есть жалюзи, они просто сверху положили сетку и бамбуковыми планочками прямо в бетон гвоздиками тресь-тресь, где-то получилось, где-то нет. И она там вот, можно сказать, что не держится. Ветер дунет, все отвалится. Такие дела. Решили, в санузле отвалилось, решил переделывать. Уже вспомнил всех святых и маму того, кто придумал так приделывать, и папу его, и дедушку, и всех, короче, вспомнил. В общем, пришлось вот такую планочку надыбать. Опять же, эта планочка сделана из пальмы. Вырезанная она обычной мотопилой и разрезана на части. И вот на такие тонкие планочки тоже мотопилой все пилится, обычной цепной. Вот пришлось проложить, чтобы дистанцировать маленько от жалюзей. И вот такие палочки пришлось самому изготавливать, старые сгнили. Делал я из вот такой трубы. Нашел палку бамбуковую. Обычная палка валялась. Расщепил ее своей мачетиной на такие куски и обстругал. Просто ставишь, как обычно, наши, обтесал ее немножко. Очень легко это происходит. Несколько раз ударил наискосок, и все, и планочка. Отличная планочка. Сейчас приходится из-за этих технологий филиппинских, гвозди продаются редко. И, блин, размеров там 1, 2, 3. Приходится брать гвозди и обкусывать. Потому что после бамбуковой, ой, да, после пальмовой планки идет бетон. И гвоздь не лезет просто. Гвоздик дальше не лезет. И все это отваливается опять. Приходится под размер гвозди обкусывать. Ну вот, две планочки уже пришил. Тьфу-тьфу, держится. Так спасаемся от комаров в дождливый сезон.